Всем привет! Это Смитко Шоу. Мы снимаем отрядное. Это квартирный вопрос, а у нас лагерный вопрос сейчас будет решаться. Тоже самый лучший отряд. Украшил свои холлы, сделал все правильно. И все остальное с нами идет. Ирина Николаевна, Наталья Николаевна и ваш покорный слуга Владимир Александрович. Пиз, будем смотреть первый 19-й отряд на смене. Go! На третий этаж. Здравствуйте. Высоко. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро посетить нашу страну чудес. Для этого нужно съесть кусочек волшебного пирога, чтобы стать маленькими. Дело в том, что когда вы маленькие, вы можете увидеть... Идем. Это Нарния. Вот Нарния. Нет, это как сказка это называется? Алис в стране чудес. Сейчас мы как будто заново родимся. Вышки следующий приехать. Вот вам орудие, вы должны попасть в лунку. Два было, он выскочил. Ну что, пройдемте дальше, пока она не передумала. Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. В нашем мире возможно все. Поправочка, в вашем, в моем мире мы будем играть по моим правилам. Согласны? Кстати, вы можете воспользоваться подсказками наших больничков. Где больничку? Давайте возьмем подсказку. А, идти через дорогу. Правильно. Ха! Вторая загадка. 26 июля 1941 года. Будем вот эту вот мельницу. Допустим, завтра будет 23.07. Праздничный концерт. Здесь написано наше мероприятие. Также сюда мы кладем в виде медалей наши достижения. Пойдемте дальше. А это уголок объявлений. Здесь написано наш режим дня, план на каждый день. Устав и оздоровительного лагеря «Горизонт». А? Здравствуйте! Добро пожаловать в 10-й отряд. Мы рады вас видеть. Решите представиться. Наш отряд! Страшно.
Также вот наш на зарисовке, все это наше, и хотели бы вам предложить нашу игру. 5, не могу. 4, а ну смотрим, нельзя прятаться. Добро, папа, ты давай же порыть, чувак, будет, пожалуйста. Что это? Это круто. Улыбка. Мы с Сибаем. Заплачь. Там надо слово ставить. Мы без улыбки. Щеточки, до свидания. Собрали все буквы. Ну, не все. Мы прошли нет. Этот квест. Одной нет. Там были царевны несмеяны. Ну, не посмеются на дискотеке, значит. А мы берем эту пасмас на лошадь и... Хорошо. Информация об общественных объединениях. Да. Полезная информация. Да. Режим дня. Да. Вот там вот. Все, молодцы, у вас все есть. Вас мы должны представить себе. Третий отряд представляет. Шестой. Какой шестой? Написано что? А, здесь? Шестой отряд. Мячик перелез со своими друзьями у нас во дворе. Мяч попал сюда. Он побежал за мной, и все двери и окна автоматически... Привал. Да. Оп! Заводи снова. Я буду считать. Да, старт. Внимание. Марш. 1, 2, 3. Каской. Сначала надо убраться. Мы с утра не убирали, да? Look.
На дворе дрова, на дрова. Так, а теперь следующее мое задание. Мы станем укружок. Мы зайдем в совет. Не знаю, что посмотрим. Укружок. Поставили... Спасибо. Бумажки, ушочки у вас. Спасибо.